Первая всероссийская выставка «Образ Родины» прошла в Орле в 1998 году, затем в Кирове и Вологде. И вот, спустя 20 лет она вновь открывается в областном центре. В этот раз экспозиция приурочена к 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Эта выставка отличается от своих предшественниц. Здесь представлены работы современных мастеров кисти, большая часть – пейзажи. Однако ценителям графики и скульптуры здесь есть на что посмотреть. Выставка получилась огромной. На эту выставку уже в экспозиции представлено 500 работ 14 регионов страны, включая Москву, Санкт-Петербург. 367 авторов представленных живопись, графика и скульптура. Я думаю, что такая выставка станет, в общем-то, событием для Орла. И, понимаете, ее нужно рассматривать неспешно. Здесь о творчестве Тургенева говорят по-другому – красками и мазками. Тема обширная – образ Родины. Пейзажи городов и глубинок, поля и леса – яркие моменты и необычные образы. Тургенев, он связан с природой, он связан с Россией, он связан с Орловской землей. И вот на основе этого это формировалось. И во всех работах вы увидите, везде сквозит любовь к земле, любовь. Вот вся работа где-то несут отпечаток вот этого великого человека. Среди представленных работ есть и те, которые адресованы классику и его творчеству напрямую. Иллюстрации книгам, холсты, на которых изображены не только герои из произведений, но и сам автор. Все это можно увидеть на экспозиции. Вот этот вот взгляд на зрителя собаки и взгляд Ивана Сергеевича, он, это как бы внутренний диалог. Понимаете, если мой зритель смотрит на собачку, это он смотрит со стороны Ивана Сергеевича. А когда зритель смотрит в глаза самому Тургеневу, то это взгляд собаки, вот если мы будем обращаться к этому рассказу. Вот этот внутренний диалог я постарался вот в этой работе передать. Основная площадка масштабной экспозиции – Орловская детская школа изобразительных искусств и ремесел. Именно здесь и открылась всероссийская выставка. Художники работают, ну, каждый в своей келье, каждый наедине сам с собой, а вот плоды своего творчества они выносят на суд зрителей. И вот поэтому сегодня праздник и для зрителей, и для художников. Помимо этого, всероссийская выставка будет работать еще на 8 площадках. Адреса указаны на экране. Посмотреть и ознакомиться с работами именитых и начинающих мастеров кисти время есть. Выставка будет работать до 10 декабря. Наталья Чуйна, Эдуард Черноусков, телеканал «Первый областной».